Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Наш город должен развиваться, должен становиться чище и краше, уютнее и комфортнее. И это задача не только власти, это задача каждого жителя нашего города. Мы стремимся к тому, чтобы город был комфортным, красивым и уютным. Все позитивные изменения, происходящие в городе, это ваша заслуга, уважаемые чтинцы. Выкопан прекрасный пруд, построены беседки и работы. Профессионального обучения и специалистов среднего звена для различных отраслей. Молодежь города имеет возможность для занятий авиамодельный спорт, полевая стрельба, развитие которых на территории Читы занимается Ростов. Приветствую спортсменов клуба любителей внедорожников «Диверсант». Ура представителям забайкальских средств массовой информации! С праздником, читинцы!